мысль! Буду сделать! Хитро придумано! Коготь и клык. Пора на охоту. Естественно. Я всегда один. И верно. Конечно. Нас атакуют. В бой. И верно. Коготь и клык. Учуял. Конечно. Коготь и клык. Что нас ждет? Я всегда один. В бой. И верно. Естественно. Я всегда один. Конечно. Учуял. Пора на охоту. Естественно. Конечно. Говори, друг. Тромка, воин! Мы не видели следов людей, но местные иглогривы в последнее время словно взбесились. Тут неподалеку есть обсерватория. Мы используем ее телескоп для наблюдения за местностью. Можешь сходить туда и посмотреть сам. Но будь осторожен. Повсюду снуют иглогривы. Голкош! Избавиться бы от этих тварей раз и навсегда. Я читаю следы. Взять их. Говори, друг, что нас ждет? Я всегда один. И верно. Я всегда один. Говори, друг. Звери не лгут. Естественно. Коготь и клык.
Я всегда один. Здорово! Он умирать! Умная мысль! Хитро придумано! Буду сделать! Хитро придумано! Умная мысль! Учуял! Взять их! Естественно! В бой! Я читаю следы. Хитро придумано. Умная мысль. Звери не лгут. Буду сделать. Буду сделать. Здорово. Всех убивать. Умная мысль. Буду сделать. Я всегда один. Что нас ждет? И верно. Здорово! Хитро придумано. Буду сделать. Звери не лгут. Естественно. Учуял. Естественно. Я всегда один. Говори. Некуда класть. Умная мысль. Хитро придумано. Я читаю следы. Говори, друг. И верно. Естественно. Я всегда один. И верно. Взять их. Похоже, они поклоняются какому-то кабаньему богу. Интересно. Звери не лгут. Пора на охоту. Конечно. Учуял. И верно. Конечно. И верно. Я всегда один. Естественно. Я читаю следы. Учуял.
Коготь и клык. Буду сделать. Пора на охоту. В бой. И верно. Конечно, взять их. Я всегда один. Я читаю следы. В бой! Буду сделать! Умная мысль! Хитро придумано! Нас атакуют! Никого не щадить! Буду сделать! Что нас ждет? Учуял! Звери не лгут! Кого убить? Здорово! Буду сделать! Говори, друг. Естественно. Я всегда один. Коготь и клык. Конечно. Естественно. Хитро придумано. Он умирать. Я всегда один. Что нас ждет? И верно. Я всегда один. Я тебя слушать. Говори, друг. Конечно. Естественно. В бой. Учуял. Пора на охоту. Взять их. Буду сделать! Здорово! Умная мысль! Звери не лгут. Не хватает маны.
Пора на охоту! Я всегда один. Естественно. Говори. Звери не лгут. Так, посмотрим. Ого, да это похоже на вторжение. В одиночку я тут не справлюсь. Атакуют. Всех убивать! Что нас ждет? Пора на охоту! Я всегда один. Коготь и клык. И верно. Учуял. Конечно. Ищешь Дректара? Он отправился в Долину Грома наблюдать за ящерицами. Если поторопишься, успеешь догнать. Ты не ошибся, Рексар. Не может быть, чтобы Джайна отправила войска к нашим границам. Не нравится мне все это. Договор договором. Но я никому не позволю угрожать нам. Вождь, я слышал о кораблях людей. Какие будут приказания? Вы вдвоем с Рексаром отправитесь на заставу и будете следить за развитием событий. Сейчас главное — сохранить контроль над ситуацией. А если люди будут вести себя враждебно? Постарайтесь избегать конфликтов. Но если они нападут первыми... Я разрешаю перебить этих наглецов. Говори, друг. Я всегда один. В бой! Конечно. Коготь и клык. Взять их. И верно. Я всегда один. В бой!
Естественно. Учуял. Взять их. Коготь и клык. Взять их. Звери не лгут. И верно. Конечно. Нет, мы опоздали. Застава уничтожена. Повсюду следы людей, и они ведут к берегу. Людишки дорого заплатят за это. Кровь за кровь. Смерть за смерть. Лактар-агар! Учуял. Говори, друг. Конечно. Я всегда один. И верно. Я всегда один. И верно. В бой! Я читаю следы. Я всегда один. Конечно. Я всегда один. И верно. Конечно. И верно. У них на щитах изображен якорь. Ты уже видел такие? Орки! Они шли по пятам! К оружию! Тревога! Жалкие людишки! Сейчас вы узнаете, что такое ярость Орды! Умная мысль! Нас атакуют! Да, именно эти корабли я видел в телескоп. Буду сделать! Умная мысль! Здорово! Что нас ждет? Я всегда один. Конечно. Взять их. В бой. Естественно. Взять их. Коготь и клык. И верно. Естественно. Учуял. Взять их. Буду сделать! Хитро придумано! Я читаю следы.
Звери не лгут. Я всегда один. Естественно. Говори, друг. Учуял. Умная мысль. Конечно. Коготь и клык! Я читаю следы. Я всегда один. Взять их! На охоту. Учуял. В бой. Буду сделать. Умная мысль. Хитро придумано. Буду сделать. Привет, дружище. Я Райву, скромный пивовар из Пандарии. Путешествую по свету и собираю рецепты хмельных напитков. Знаешь ведь, добрый эль всему голова. А, кстати, ты, я вижу, местный, а мне как раз не хватает кое-каких ингредиентов для нового сорта пива. Принесешь? Первая кружка твоя. Естественно. Конечно. Учуял. Нас атакуют. Естественно. Говори, друг. Умный мысль. Буду сделать. Хитро придумано. Умная мысль. Всех убивать. Хитро придумано. Черное копье. Всех убивать. Здорово! Буду сделать! Здорово!
Пора на охоту! Учуял! Взять их! Всегда один. В бой! Взять их! Хитро придумано! Буду сделать! Хитро придумано! Здорово! Звери не лгут. И верно. Конечно. Я всегда один. Учуял. Конечно. Коготь и клык. Умная мысль. Буду сделать. Хитро придумано. Никого не щадить! Нас атакуют! Здорово! Хитро придумано! Здорово! Умная мысль! Пора на охоту! Я всегда один. А, Рексар, рад тебя видеть. Знаешь ли, я давно слежу за этими ящерицами. Раньше они вообще не покидали долину, а теперь прямо бегут оттуда. И злые какие-то, бросаются на всех. Никогда такого не было. Давай-ка загляни в долину и разузнай, что же их так рассердило. А заодно, если найдешь их кладку, захвати пару-тройку яиц. Хочу на них посмотреть.